научпоп, псевдодокументальное кино, все значит псевдо. Вот, ну, в общем, фильмы из серии «Живая вода», которые тоже на самом деле к науке не имеют никакого отношения. Вот, поэтому вот я пригласил Сергея, чтобы это дело разобрать. Вот, пожалуйста, понятно, что есть разные точки зрения. Вот, я надеюсь, все их выскажут. Вот, и слово Сергею Попову, вот пару слов. Добрый вечер. Но я думаю, что основной разговор, конечно, пойдет после фильма, поэтому мы его посмотрим. Фильм не очень длинный, там 20 минут, да, 20 минут. Примерно. Вот. Кто-то, наверное, даже, я думаю, большую часть хотя бы куски из него видели, но тем не менее, чтобы разговор был как-то более предметным, мы его еще раз посмотрим. И после этого, да, попробуем обсудить, поскольку у нас тут действительно не так уж много. Это можно считать неким плюсом, действительно многие смогут высказаться. И мы попробуем обсудить, я думаю, что в первую очередь обсудить вопрос, нужны или не нужны такие фильмы, и как, если нужны по какой-то причине, то как их правильно подавать, позиционировать, чтобы действительно происходило такая правильная... правильное позиционирование, правильное информирование потенциального зрителя о том, что он может увидеть и какой статус имеет то или иное утверждение, высказанное в работе. Хорошо, ну давайте, я не буду занимать ваше время, Дмитрий, мы тогда начнем. Да, давайте посмотрим фильм, сейчас люди подготовят. Что? Ну да, Юля, пару слов. Ну я так, без микрофона. Ну, после фильма, наверное, все вопросы будут. Ну просто представь, как бы, почему как бы идея этого фильма отсюда. Ну может после? Да, после фильма все. Давай, да, давай лучше после, потому что чтобы люди знали, о чем идет речь. Так всегда удобно. Разбан. Дорогие друзья, Иванов Юрий Николаевич просит буквально 30 секунд перед началом просмотра, если возможно. Нет, давайте после. Хорошо. Там фильмы просто обратите на что внимание. Микрофон как у Старовского. Его может выключить так? Нет, его можно выключить. Просто можно свернуть. Чуть-чуть подвинуть, а можно сесть, наверное. Сложи, сложи. С той стороны. Микрофон там ничего не будет мешать. Никому ничего не мешает? Вот, люди там стоят, проходите там, найдите пару слов. Все нормально. Можно там сесть. Мы уже ознакомились с фильмом, поэтому...